Здорово, братюни, с вами Серж. Наконец-то я дождался выхода South Park The Fractured But Whole. Это звучало как But Whole, да, но вы понимаете, английский, йоу, оксимирон. Наконец-то, ребят, вышла эта игра. Я ее очень сильно ждал, я очень люблю South Park. Мы с вами проходили первую часть полностью, были летсплейчики очень ламповые. Я вспоминаю, иногда захожу, поглядываю и роняю скупую слезу. Как же это было круто. И сегодня мы посмотрим на новую часть. Я прям уже не могу, я готов нажать на кнопочку «Играть». Давай, South Park, не разочаруй нас. Поехали! Надеюсь, будет смешно, круто и весело. В игре нет кнопки «Прыжок». Все персонажи и события в этой игре, даже основанные на реальных людях, полностью выбошли. Ubisoft, представляете? Ни хрена себе, как будто Far Cry какой-то новый запустили. Блин, надо звук проверить, пишет или нет, а то я сейчас радостный тут вам. Ubisoft San Francisco Production. Ох, аж мурашки по коже. Это, блин, я точно ту игру запустил? Или это новый Assassin's Creed? Тупо мое лицо, когда я смотрел батл Оксимирона с Дизастером в 6 утра. Что стало с этим городом? Раньше здесь царил закон и порядок, но это было раньше. Уровень преступности зашкаливает, коты пропадают, а винят во всем жителей города. Эй, кто наложил кучу у меня на крыльце? Мы должны были защищать тех, кто не мог защитить себя сам. Отвали от моей машины, хулиганье! Супергероев раздирают политические противоречия. Война разделила нас на два лагеря. Но войной городу не поможешь. Путешествие во времени — вот что может его спасти. В мифах говорится о временах глубокой древности, когда новый король объединил королевства, которые некогда разделили с помощью могущественной палки. Привет, малыш! Заткнись, мам! Время не ждет. Я должен вернуться в прошлое, изменить настоящее, если получится, и найти этого кота. Если я сделаю это, то, возможно, смогу изменить то, что произошло с нами. Какое же эпичное начало. У меня аж мурашки по коже. От этой заставочки это просто круто. О, да. Наконец-то. Это... Нифига себе. Нифига себе. Вы посмотрите. Это просто жесть. Это просто жесть. Ребята, короче, приходите через час. Охренеть, ребята. Немножко волосы другого цвета я сделал. Не как в тот раз, но, блин, все равно, посмотрите, я просто смотрю на этого персонажа и... Ах, я не могу передать эти эмоции, это пипец. Капец, просто, блин, как же круто, что они оставили еще те прически, которые были. Блин, это очень круто. Так, а что еще здесь? Есть очки. Есть очки, одежду, цвет я уже поменял, потому что, ну, так, я думаю, лучше всего. Жаль, нельзя поменять кофту и штанишки, можно только руки и плащ. Мы оставим с вами черными, потому что я Бэтмен. Погнали! Выберите Ой, так, ну я как бы сложности не очень люблю, поэтому я выберу вот это. Я ни на что не намекаю. South Park. Этот вид, который так нам знаком с вами, ребята. Блин, интересно, новые локации точно подвезли? Не может быть, что тот же сам... Ого, нифига себе! Что за битва бастардов? Мавры, мавры, повсюду! Не дай им прорваться на нашу базу! Слишком поздно они захватили крепость Купа! Ребята, они захватили базу, вы должны их остановить! Смерть маврам! Нам не пробить их доспехи, они в велосипедных шлемах! Где король? Я король? Серьезно? Не, ну это классика, ребята. Блин, и начинается даже из той самой комнаты. Боже мой. Это что-то страшное, держать кнопку S и стрелочку. Блин, конечно, на геймпаде было бы удобней. Так. Я сделал. Ёрзающий диктор новостей. Что? Что за херня происходит?
Боже мой, как же это омерзительно. Ой. Ох уж эти РПГ. Сральмейстер, спасибо, спасибо. Блин, как приятно снова побегать. Надеюсь, вам не слышно будет звук моей клавиатуры механической. Так, ну что, давайте вспомним управление. ВАСД ходить. Что там такое? Что-то там за дверью нездоровое происходит. Так, давайте. На пробел точно все управляется. Пищевые добавки, шампунь от зуда в заднице. Ну, естественно, задничный юмор. Ребят, я сразу говорю, готовьтесь, здесь будут какашки, кишки и вся вот эта прочая хрень. Так, а можно смыть? Я культурный человек, он... Ну что, покекал, не хочет... Ну, боже мой. Надо радоваться, что в этом городе у нашего ребенка появились друзья. Мы перебрались, чтобы никто нас не нашел. Больше друзей, больше проблем. У тебя паранойя, выкини с головы эту чушь. Да пошла ты нахер! Только так я могу отдохнуть от твоего маразма. О, привет, малыш. Не знал, что ты тут. Твои друзья ждут тебя внизу, крошка, иди погуляй. Как всегда, они срались там за дверью, пока мы с вами... Ну, собственно, делали почти то же самое, только из другой дырки, грубо говоря. Эй, я смотрю, ты взял с собой полотенце. Эй, чувак, я полотенчик, твой помощник в игре. Иногда я буду давать тебе советы. Кто их не любит, правда? Ладно, давай, пока. Понятно. Так, что это мы тут делаем? Что ты там... Ну, не так уж страшно. Я думал, что-то будет похлеще. Это всего лишь какой-то кексик. Фух. Насколько же жесткая у нее жена, что муж прячет от нее кексики. Ну-ка, приставка работает? Работает! Games Fair. Ну, понятно. Собственно, как всегда. Хлам. Компьютер. Что там, Windows XP установлен. Так, и судя по всему, в игрушках... А, слушайте, это не зал, это моя комната. Точно. Точно, что-то я затупил. Увидел телевизор большой, сразу зал. Вот он. Что это? Ого, сколько всякого интересного. Так, ну с этим мы разберемся потом, когда залезем в инвентарь. Долбанные приставки, долбанный интернет. Вот раньше было круто, вставил диск и играй, а тут апдейтинг и зависло все. Да, это жиза. Ну что, давайте посмотрим. Здесь все должны быть бонусы. Ого. Ого. Обалдеть, не, что-то... Столько всего, это жесть. И это серьезно, я могу прямо сейчас надеть? Давайте посмотрим. Тап, по-моему. Ого. У нас тут целый смартфон на тап оказывает создание. Очуметь, тут еще и крафт есть. Приложение создания позволяет смастерить кучу полезных вещей при помощи рецептов, которые ты находишь по мере игры. Окей. Ага, уровень мастера. Ага, пока что только артефакты. Я понял, блин, вот это класс. Слушайте, это действительно круто. Но только здесь надо это все вкачивать. Ну хорошо, мы хотя бы знаем, что это такое теперь. Кладовка. Вот это круто. Так, рулон ткани, скотч, клей Эдгара. Кому интересно, поставьте на паузу, почитайте. Я потом тоже почитаю. Вот, вот. Биологически опасное вещество. Ни хрена себе. Куча всякого. Так, предметы для заданий. Блин, классно, кстати, рассортировали. Настройка галерея. Фотогалерея. Да здесь можно фоточки делать, блин, это круто. Обои ландшафт. Давайте поставим. Вот такие вот горы. Настроить. Пускай будет темный. Ого! Блин, вот это круто. Не, у нас нормальный телефон, у нас... Аккуратный молодой человек. Блин, а где мои костюмчики? Алло. Судя по всему, это будет доступно позже. Ладно, пошли. Так, что еще с компом нельзя никак взаимодействовать? Думаю, здесь мы все с вами посмотрели. Я так понажимал, побегал. Крутая комната, как всегда. Слушайте, по-моему, это даже тот же самый дом. Если я не ошибаюсь, те же самые родители и все то же самое. Мама не плачет, золото. Мне просто в глаз что-то попало. Ой, боже мой. Что ж тебе попало там в глаз? Вилка, наверное, раз ты так рыдаешь. Макароны, тортилья.
Так, здесь, по-моему, все, да? Стоит, рыдает. Что ты ноешь? От этого ничего не изменится. Давайте... О, поговорить можно. Твои друзья ждут тебя у входа, золотце. Иди погуляй. Ну ладно. Мой повелитель, эти грязные мавры пытаются захватить крепость Купа. Иди и сражайся, верный слуга, вся надежда на тебя. Ну где эти мавры? Как все рады меня видеть. Думаешь, пришел в город, стал королем? Думаю, ты просто... Что-то там. Так, давайте, на, получай. Преимущество в бою. Ни хрена себе. Слушайте, а здесь какая-то новая система. Выбрать способность один. Так, погодите, надо разобраться. Вот способность один, выбрать врага. Целью можно с помощью... Ага. То есть вот так, и теперь используем на пробел. На, получай. Новая боевка, ребята, это очень круто. Потому что если бы они оставили старую, было бы не так уже интересно. Офигеть, способности с отбрасом наносят дополнительный урон за счет столкновения врага с другим противником. Вот это классно. Офигенно. Получай! На, просто на вынос. Выносите мусор. Приспешник мавров. Нам его не остановить. О, ты это видел? Его способности уникальны. Все восхищаются. Блин, какой-то подвох тут. Мне кажется, это вообще сон какой-то, потому что в предыдущей игре нас чмом обзывали вначале, а сейчас прям король. Всех нас тебе не победить. Давай. Сейчас посмотрим, на что вы способны. Так, напав на врага первым, ты получаешь преимущество в бою. Право... Угу. Я понял. То есть мы ударили, значит, мы ходим первыми. Да, боевка прикольная, кстати. Так, и мы можем сейчас выносить чуваков сразу вдвоем. Поехали. Супер-пердёж! Боёчка классная. Они могут только подойти тут. А, не, ни хрена себе. Он ударил меня своим топором. Так, ну это чувачок-слабачок. Давайте добьем вот этого, потому что у него больше хп. Получай! Отлично бьешь, король. Так и остался ластовенький. Ну это хиличок сейчас, с одного ударчика его. Так, давайте, поехали. Бенч! Просто как же красиво я их положил. Да, интересная система такая пошаговая, прикольная, новая. Мне пока что очень нравится. Скорее, мой повелитель, им нужна ваша поддержка. Отойдите или умрите. Нельзя. Да неужели? Потому что весь проход залит лавой. Не может быть, все в лаве? Угу, отсюда все в лаве. Вам не пройти. Дерьмо. Давайте, нам надо попасть внутрь. Они говорят, что проход залит лавой. Так нечестно. Как нам поступить, мой король? Что теперь, вы умрете? Вот что. Выпустить дракона. О, боже мой, это же дракон, ребята. Охренеть, у них тут реально бои. Враг атакует. А, вот, ходит сначала дракон, потом я. Боже мой, это же целый дракон. Враги могут напасть на тебя, когда ты исследуешь мир. Нифига себе. Если враг подкараулил тебя и напал первым, он автоматически получает ход. Ну, это понятно. О, там еще и лучники. Нет, как же так? Король не может потерпеть поражение. Давайте оттолкнем его, чтобы он коцнул. Получай. Хорошо. Вот и весь ваш дракон. Новая обилочка. Свалите с дороги, школьники хреновы. Чисто. Блин, вот это прикольный момент, кстати. Такого раньше не было. Что, продолжим бой? Поехали! Надеюсь, он прям насмерть? Ни хрена себе ударчик. Очень круто. О боже, он одолел дракона, не может быть. Этот пацан просто великолепен. Какой-то тут подвох, ребят. Сейчас что-то будет. Если там есть проход, король найдет его. Да, только король может найти секретный проход через гараж, если... В смысле, он вообще есть. А, точно. Зажмите. Все, понял. Я просто думал, можно поднять этого чубзика. А его нельзя поднять. Все. Изи. Просто изи. Воспользовался своим великим интеллектом. Ни хрена себе, да он просто великолепен. Боже мой, не то чуть-чуть. Ты мертв. Не, ну прям Dark Souls. Блин, вот это очень клево они сделали. Так, ать. Я просто не готов был к квик-тайм ивентам. Волшебник выбросил его в океан.
Враки, сейчас вы узрите ярость Мавра. Освободите его, язычники, отпустите Барда, или будете иметь дело с королем. Король? Говорят, он может сразить дракона наповал. Да, это правда, если вы не... Погодите, где волшебник? Я думал, он с вами. Нет, мы получили сигнал бедствия. А он уже не волшебник. Долбанный Картман. Волшебник пропал. Меня зовут Енот из будущего. Чувак, мы же сказали, что больше в это не играем. Да, мы разделились, какой смысл? Вот какой смысл. В моем времени разгул преступности, пропадают коты. Я понимал, что нужно собрать команду. Эй, нельзя просто взять и поменять игру. Где палка истины? Заткнись, Кевин. Думаешь, это из-за какой-то тупой воображаемой палки? Кот попал в беду, он может помочь выйти на преступный синдикат в будущем. Преступный синдикат? А не слишком ли это тяжелая ноша для Енота и его друзей? А что ты предлагаешь, Клайд? Хочешь, чтобы борцы за свободу нашли пропавшего кота за 100 баксов и сделали свою франшизу популярнее? Пусть борцы за свободу идут нахрен. Пупсик, что-то громко звонит в твоей комнате для игр в подвале. Тревога! Вперед, друзья енота! Хватайте свои вещи и бегом в логово енота! Будущее! Енот и его друзья, готовьтесь к бою! Простите, ребята, но нам с вами играть нельзя. Мы играем в супергероев, а вы чмошники. Красиво. Короче, очень сложно читать, когда Картман тараторит так быстро. Вот так всегда. Игра, в которой ты король, сдувается и, блин, приходится играть новую игру, где сейчас опять мы станем чмом. Вот это стопуду. О, привет, ребятки в комнате для игр в подвале. Хорошо, тетенька. Эрик столько времени проводит за игрой в супергероя, что я беспокоюсь о его питании. Вот это ты правильно, кстати. Вот это правильно, мамаша. Так, полотенчика. Если видишь золотую ручку, значит дверь или шкаф можно открыть. Серьезно? А то я до сих пор не догадался. Ого, кексики енота. Расходный материал. Ох, я чувствую, Картман будет очень недоволен, когда узнает, что мы свистнули его кексики. У Эрика и его друзей так хорошо развито воображение. Тык-тык-тык-тык, пойдем посмотрим, что у них там наверху. Так, здесь Картман. Ой, киса! Я помню, короче, Серег, где... Нет-нет-нет, киса! Нет, она смотрела, он, короче, сидел, жрал вот эти кексики, а на него котик смотрел такой милыми глазами, он такой, нет, киса, нет. Чисто вообще вор такой, пришел, ворую. Так, треснувшая херня можно разбить. А что здесь треснувшего? Ого, это не треснувший, но тоже можно было разбить. Что, Cartman's Journal? Интересно. Баттерс, боже мой. Так, и что-то... Щитлист Кайл, мам Клайд, Дэвид. Нормально у него тут рисуночки, да? Да боже мой, что? Долбанный Картман. Кикот, fuck you, мам. Ой, боже мой, пароль от логова енота. Ключевой предмет. Не говорит, что я сейчас найду здесь... Вы серьезно? Интимная анальная... Ой, ну я так и знал, ребят, но это уже... Ну это классика, что тут сказать. Вводим пароль. Подливка пошла. Дерьмо, осел, яйца, моча, ты. Они уже переоделись, вот придурки. Тот кот выглядит дряхлым. Возможно, он уже подох. Человек-воздушный змей. Смею напомнить, что у борцов за свободу уже 100 подписчиков в Инстаграме, а у нас 6. Нам надо разделяться. Москит, поднимайся в воздух и облети все городские парки. Я вас понял. Москит влетает. Человек-воздушный змей, посмотри на деревья. Кот может сидеть наверху. Супер-крейк. Тоже посмотри где-то там, потому что очень быстро. Вот здесь нам и пригодится твоя суперскорость. Блин. Сделать инвалида флешем, это только Саус Парк может. Скороход сделает все быстро. Не волнуйся. Это только в Саус Парке могут так шутить. Где вы еще увидите такую дичь, а? Так, ну-ка, поехали. Топ Бэд Гайз. Профессор Хаус. Мистер Гаррисон там. Так, что тут есть-то у нас интересненького? Давайте полазим, охренеть. Это же целое логово супергероев. Слушайте, вот это какое-то приспособление, кстати, которое у меня, по-моему, в инвентаре можно было сделать. Я видел вкладочку. Блин, очень классно. Эй, эй, эй.
Не трогай это устройство может разнести в пух и прах весь Млечный Путь. Господи, мать твою, мам! Новичок пытается играть с кубом тотального уничтожения. Будь вежлив со своими друзьями, Эрик, игрушками нужно делиться. Делиться, вся грёбаная галактика может взорваться, тупая сука. Слушай, мы же сказали, что не будем брать тебя, ты не супергерой, у тебя даже нет костюма. Ладно, ты можешь смотреть, как мы играем супергероев, только не мешай, сделай что-нибудь полезное, принеси мне диаскоп, вон он там. Для входа в режим осмотра и поиска интересных предметов нажмите R. Ого. Тебя только за смертью посылать, диаскоп сигнализирует о готовности к работе. Ты правда хочешь быть супергероем и играть с большими парнями, но... Ну, возможно, от тебя будет какая-то польза. Садись за стол, чмо, пидорас. Какой же ты жирный ублюдок. Посмотрим-ка, результат исследования москита. Не здесь. Это место москита. Не здесь, тупица. Вот я говорю, с Картманом играть, это вот, я так и знал. Нифига себе, тебя даже в енотограмме нет, ну что ж. Я могу создать тебе страницу, охренеть можно. Нихрена себе! Варвар. Оксимирон. Бластер. Дизастер. Варвар. Спизел. Давайте варвар. Я варваром хочу быть. Варвар как нечто и очень рассерженный. О, давайте костюмы посмотрим, какие. Не, мне не нравится. Ого, бластер-то, кстати, прикольно выглядит. Не, ну я выберу варвара. Варвар — это я. Выбрать этот класс. Давайте, поехали. Сыграем за варвара. Блин, ну хотя бы интересно, можно перепроходить. Какое-нибудь ужасное событие произошедшее с тобой в прошлом, придумай. Чмо, у всех супергероев есть своя уникальная история становления. Именно она придает смысл их суперспособностям. Давай вернемся в твое детство. Сейчас пойди, сейчас какая-то дичь. Той ночью тебе не спалось. И так бывало не раз, ведь тебе было ясно, что ты отличаешься от других детей. И вот ты подходишь к зеркалу. Сейчас такая история, чувствую, будет. Смотришь в зеркало, ощущаешь свое одиночество, и тут происходит то самое событие, громкий шум. Ты можешь поклясться, что до тебя донесся крик твоей мамы. Сука! Замечаешь двух незнакомцев возле двери. Тебе нужно обязательно защитить маму и папу, тебе известно о своей суперсиле. Тебе пришлось воспользоваться своей суперсилой и... Получай! Его отбросило назад, а его голова начала кружиться. Зараза, ты что, супергерой? Ты почти прикончил, но сзади появилось двое. Ты развернулся и приготовился к бою. А, надо разгон, нихрена ж себе. Вот это баратрум. Так, мощнейшая суперспособность, я наполнил шкалу свою. Готово. И что же это за способность такая? Ох ты ж, нихрена себе. Брутальненько, брутальненько. Вот это я вот мудуха. И тебе удалось разделаться с ними, все бы ничего, но затем ты входишь в комнату родителей. Уже в комнате предстало зрелище, полностью изменившее твою жизнь. На путь борьбы со злом, но услышали, как мама стонала, потому что твой папа... Ну я так и знал, ну... Вау, какая тернистая история становления, ты борешься со злом, потому что никак... Ой, блядь. От такого времени лечит, да? Ладно, теперь ты супергерой, и у меня есть для тебя задание. Иди в город и найди как можно больше подписчиков в енотограмме. Только так мы сможем спасти нашу франшизу. Костюмы. О, все, доступны костюмы, да. Есть. Есть. Енотограмм. Установлено. Все, сейчас посмотрим, кстати. Блин, круто, ребята. Это просто офигенно, но пока что вообще не разочаровало. Анкета персонажа установлена. Блин, вообще, юмор все тот же. Вот, блин, меня печалит то, что в последних сериях South Park, которые я смотрел, юморок уже не тот. Там больше в политику, в это. А здесь вот прям то, что надо. Ну вот тот самый старый добрый South Park, который все мы так любим. Это круто. Давайте посмотрим, что у нас есть новенького. Анкета персонажа. Отслеживаются твои успехи. Ага, звание можно зарабатывать. Вот, смотрите, тут есть что. Здесь мы экспу можем копить, да, получается? Начинающий охотник, гений головоломок,
Енотограмм. Давайте посмотрим. Кунстограмм. Также известен как неотразимый Поппердень. Участник енота и его друзей. Так. Добро пожаловать в Енотограмм. Здесь ты найдешь посты своих друзей. Находи больше друзей, чтобы читать их посты и делиться с ними своими. Блин, как же они запотели. Реально так интересно все сделали. Смотреть все подписки. Нет подписок. Блин, круто. Я уже представляю, сколько всего интересного будет в этой игре. Сколько всяких плюшек. Тут еще можно и крафтить, и все такое. Мне уже очень хочется дальше поиграть, пройти. Костюмы. Голова. Вот, и мы можем здесь нацепить уже то, что мы с вами выбили. Видите, клап — это значок, то, что есть у нас с вами бонус такой. Давайте капюшон ассасина. Одежда. Давайте полностью в ассасина нарядимся. Блин, прикольно выглядит, кстати. А, очки можно, то есть они по дефу идут. Лол. Я думал, они типа это... А, и... Слушайте, внешность можно сразу менять. Это очень круто. Я не помню, в первой части был такой или нет. Я уже забыл, давно это было создание. Ничего недоступно, мастер. Так, ну это, наверное, дальше будет прокачиваться. Ребят, очень классно. Надеюсь, все будет продолжаться в том же духе. И игра будет меня радовать и поднимать настроение своими жопными шуточками. Это реально офигенно. Пишите в комментах, если вам понравился этот ролик, мой первый взгляд. Продолжать я, наверное, буду уже сам проходить. Возможно, на стриме подрублю, попроходим. Игру я обязательно пройду, чего я вам советую. Обязательно покупайте, проходите. Игрулька подарит вам незабываемые эмоции, потому что ты чувствуешь, как будто ты сам находишься в Саус Парке и управляешь мультиком. Это очень клевое ощущение, во-первых. Во-вторых, конечно же, шуточки и, конечно же, пасхалочки, отсылочки всякие. Это очень приятно видеть. И спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Всем желаю хорошего настроения, удачи и пока!